Друзья, всем большущий привет, меня зовут Дима, мой ник Brother 2S, и это канал, который посвящен фарму опыта Fortnite, где можно очень быстро и легко прокачать свой боевой пропуск. Я обещал вам сегодня записать третью локацию с моей карты, но вчера какой-то казус в творческом режиме произошел, и пришлось, короче, обновлять карту, она опять проходит теперь калибровку, но зато я исправил все недостатки. Так что подготовил для вас сегодня другую карту, давайте покажу какую. Заметьте, мои карты работают всегда на всех платформах и во всех странах, без исключения, в том числе в России. Обязательно подпишись, поставь лайк, прожми колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Заходим в поиск, вводим в поисковую строку код 16-42-42-80-24-39, нажимаем Enter, появляется уже всем знакомая картиночка PvP Big Build Fight. Здесь нажимаем обязательно сердечко, чтобы добавить в избранную карту. Кстати, там добавилась куча разных заданий, куча разных интересных штук, поэтому думаю, что вы зацените. Вот. Все, здесь проверяем, чтобы стояла частная игра, а не открытая. Нажимаем на картиночку и играть. Пока грузится карта, не забудьте по традиции внести мой код автора внизу в магазине предметов, в поддержке автора. Вводите G-App, нажимаете поиск, код фиксируется в вашем магазине предметов. И с этого момента за все ваши покупки, всего вообще чего угодно в магазинчике предметов, компания Epic Games будет делать мне небольшое отчисление, потому что я их партнер. Вот такую поддержку вы можете мне оказать. Огромное вам за это спасибо. Смотри, когда загрузилась карта, вон наверху слева ты видишь сейчас задания, которые появились. Там три задания, за каждое из них будет даваться опыт, когда карта откалибруется. Подбегаем вот сюда между этих двух плакатиков. Это мои еще две карты других. Нажимаем здесь скрытую кнопочку. Вот, там с той стороны еще баннер от третьей карты. И заготовлен баннер уже для четвертой, но можно уже заготавливать и для пятой, и для шестой. Короче, процесс идет. Вот, подходим теперь к терминалу и в терминальчик вводим здесь код 02-69-91-06-32-01. Нажимаем принять, картиночка поменялась, значок XP присутствует. Все, нажимаем на сам баннер и выбрать, ждем, пока загрузится. Ну что, загрузились на карте, сразу два граплера у меня в инвентаре, прикольно. Подходим вот сюда к этому плакату, запрыгиваем на него. И на нем сверху делаем эмоцию. Она переносит нас в локацию с таймером в 10 минут. Здесь можно взять третий граплер, если хотите, конечно. Ждем, пока закончится таймер. Друзья, не забудьте присоединиться к моему Discord-каналу обязательно, потому что там будет на этой неделе крутое обновление. Вот, все объявлю в субботу на стриме. Если в субботу у меня не получится сделать стрим, тогда, возможно, это будет воскресенье. Потому что у меня тут немножко завал. Небольшое, но тем не менее. Короче, присоединяйтесь, будет очень круто. Ну что, закончился таймер. Теперь нажимаем кнопочку АФК XP. Запускается АФК опыт. Прыгаем на платформу и бежим с вами в правый нижний угол. Вот сюда. Здесь ставим пол, чтобы ближе подобраться к черепашке. И на глазу у нее нажимаем кнопочку. Попадаем вот в такую локацию. Забегаем слева вот сюда в окошко. Пробегаем до конца, вот сюда. Теперь разворачиваемся и запрыгиваем вот на эту балку. Поворачиваемся направо и вот здесь в уголочке нажимаем кнопочку. Отлично, активировали первый буст. Теперь возвращаемся на платформу и бежим с вами в левый нижний угол. Здесь ставим справа рампу, чтобы подобраться к уголочку, к правому верхнему этого плаката. И нажимаем кнопочку Secret. Отлично. Теперь нам нужно вот сюда. Теперь пробегаем прямо. И вот здесь вот нажимаем кнопочку. В левый верхний угол. Здесь ставим тоже пол налево, чтобы добраться до верхнего уголочка этого плаката. Нажимаем кнопочку Secret. Проходим вот в эту дверку. Поворачиваем здесь направо. Проходим. Потом поднимаемся по ступенечкам на третий этаж. Здесь за ступеньками сразу поворачиваем и заходим вот в это помещение. На столе снизу кнопочка. Нас интересует с вами вот этот угол, верхний правый. Здесь ставим пол. И на буквочке РРРР, вот на средней, кнопочка Secret. Зашли, идем вот сюда. Заходим, слева сразу поднимаемся наверх.
один этаж и второй этаж. Пробегаем по вот этой вот дорожке. Вот сюда. Открываем комнатку, запрыгиваем на стол, и вот на этом, напротив этого кресла, наверху есть кнопочка. Снова правый нижний угол. Заходим снова в локацию. Разворачиваемся и запрыгиваем вот на этот балкончик. Здесь заходим в дверку. Заходим теперь в эту. Нет, не заходим теперь в эту дверку. Поднимаемся здесь еще по ступенечкам. Сорян. И вот здесь, когда поднялись, сейф есть, видите? Сверху. Нажимаем на нем кнопку. Теперь снова левый нижний. Поворачиваемся налево. Поднимаемся здесь по эскалатору. Поднимаемся еще раз по эскалатору. Пробегаем вот сюда прямо. Забегаем и вот здесь вот в дверочку заходим. И наверху вот здесь у нас против всех законов физики находится еда. Опять левый верхний. Здесь нам нужно с вами забраться наверх. Вот сюда. Видите? Карта фан. Нажимаем на нем кнопочку. Левый нижний угол. И влево отсюда строим 11 рамп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Направо ставим 6 рамп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перепол. 1, 2, 3. В конце находим кнопочку. Бежим теперь левый верхний угол. И вот в этом направлении нам нужно построить 8 полов. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом налево 8 рам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 полов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце находим кнопочку. Правый верхний угол. И налево строим 11 рам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. После чего ставим 6 полов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Налево ставим 4 рам. 1, 2, 3, 4, 5, 5 полов. И в конце находим кнопочку. Смотрите, друзья, на платформе есть две постройки, которые работают кнопочки бесконечное количество раз. Это построечка в левом нижнем углу и в правом верхнем углу. Больше мне дает та, которая кнопочка, та, которая на постройке в левом нижнем углу. Давайте посмотрим. Кнопочка дает примерно по 5000 каждый раз.